Руководство Халык-Банк и отечественные предприниматели в рамках выставки казахстанских производителей «Ултыконэм» обсудили возможности для партнерства в условиях глобальных вызовов. Банк в прошлом году профинансировал свыше 12,5 тысячи новых предприятий, а прирост кредитного портфеля МСБ превысил 195 миллиардов тенге. О взаимной работе Халык-Банка и бизнес-сообщества материал наших корреспондентов. События последних лет показали, что импортозамещение – это не просто далекая цель, а первая необходимость. Сегодня свыше 350 бизнесменов представили свои возможности для казахстанских клиентов. Одна из них – директор компании, производящей бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения. Это экопродукция, в которой не используются клей или другие аллергены. Предприятие Зауреш Алгамбаева работает с 2013 года. В Халык-банке предпринимательница получила кредит на 120 миллионов тенге на развитие своего бизнеса. С Халык-банком мы работаем с 2019 года. Работаем успешно. Развиваемся, банк нас поддержал. Благодаря этому мы построили производственную базу, нарастили производственные мощности, расширили ассортимент. Кредитная линия у нас продолжается, мы имеем новые проекты, надеемся на дальнейшее сотрудничество с Народным банком. Она и другие предприниматели сегодня смогли задать и обсудить существующие вопросы и темы, волнующие бизнес. Предлагали свои пути решения в партнерстве с Халык-банком. И, конечно же, мы видим, что ситуация, она непростая, в первую очередь глобально, в силу повышения инфляции, базовых ставок. Вторая большая, конечно же, тема для обсуждений и вопросов была, это как дальше мне строить свой бизнес. Если разрываются цепочки поставок, если вдруг возникают какие-то санкции. Но наше мнение всегда такое. Вызовы – это большие возможности. Сегодня для предпринимателей каждый день открываются новые возможности. В Даму, к примеру, сообщили, что совсем скоро малый бизнес сможет привлекать инвестиции через МФЦА. А диалоговые площадки, которые организует Халык для бизнеса, позволяют своевременно довести информацию до предпринимателей. Но очень важно, чтобы еще был прямой диалог, чтобы бизнесмены, которые представляют здесь свою продукцию, могли непосредственно пообщаться с первым руководителем банка, со всеми менеджерами, присутствующими сотрудниками банка, чтобы они им разъяснили, какие есть возможности, о которых, может быть, они еще и не представляют. Поэтому я думаю, что наши банки открыты к общению. И не только в Нур-Султане, но и в других областных центрах должны быть вот такие выставки, где можно увидеть и продукт, и конкретно понять, что банки могут предложить для наших предпринимателей. Сегодня более 50% кредитования реального сектора экономики приходится на Халык-банк. При этом из общего портфеля в 9,6 триллионов 5 триллионов составила доля Народного банка.